Так, и следующая гонка у нас гора, написано гора, и берем скутер. Я предлагаю, у меня немножко денег есть, давайте повысим мотор, повысим сцепление, баланс давайте повысим. Все, поехали на скутере. Ох ты, нифига, что за фигня? Баланс у меня еще не сильно такой мощный, кажется. Нет. Скутер, ты чего? Либо мужик с такой большой башкой, что он перевешивает. Не знаю, я не могу заехать сюда. Машинка не заезжает это. Да, в самое начало приехал, капец. Может, не стоило было двигатель прокачать? Ну а как двигатель не прокачаешь, если он вообще не проехал бы туда? Ну, гора, не знаю, это... Вообще, горы это не для скутеров вот этих вот. Блин. Это не для скутеров. Так, ладно. Давай еще раз попробуем. О! Но! Не могу я заехать сюда, к сожалению. К сожалению. Баланс тут. Ну а что я баланс? Нет, баланс нужен. Подвеска. Давай подвеску прокачаем. Какие детали, давай посмотрим, что мы можем сделать. Поставить. Магнит уберем, это уберем. Вот эти поставим штуки. Брюки. Потом поставим. Ускоритель дыма. При малом количестве топлива. Ну, давай его поставим. Все, поехали. Посмотрим. Может быть, что-то да улучшится у нас сейчас. Мне пока не до монеток. Вообще никак. Мне главное тут попробовать проехать. Сложно теперь. Опа! Разбился. Нет! Сложно это все. Так, застава. Ну, заставу я знаю. В заставе я был. Особенно на баге. Очень приятно здесь. Вот так вот ездить. Хороший у меня гаджет стоит. Как раз для заставы. Сейчас мы далеко проедем. Наверное. Оп. Монетульки, монетульки. Все собрали монеточки. Так, бензин мне пока не нужен. Я там другом месте найду. Наверное. Во! Сальтушечка, только так. Тихо. Оп. Назад. А бензин уже нужен. Все. А что тут такое задание? А, это сидит. Второго уровня, например. И монеток побольше собирать. Ну, это мы можем. Так, ну давай, пошли вперед. Там уже бензин. Мы до него вряд ли доедем. Ой, давайте следующий возьмем бензинчик. Вот он, смотри, бензинчик мой любимый. Все, спасибо. Сальтушечку делали. Красиво. Так же видно здесь. Убираю монетки. Сальтушечка еще одна. Опа! 140 монеток. Так, все, едем дальше. О! Монет много. Смотри, как много монет здесь, да? Реально, сверху много монет было. Как вот мне до них добраться? До этих монеток. Где бензин? Вот он, бензинчик. Спасибо. Некс. Сальтушечка еще одна. Сальтушечка делает. О, бензин нужен. Да куда ты полетел? Бензин-то. Ладно. Не взяли мы бензин, будем другой брать. Тоже показываю, что рядом. 70 метров. А, мы его проехали? Мы еще один бензин... Как так, а? Скажи. Я не знаю, до следующего мы доедем. А, вот он, бензин следующий. Есть, спасибо. Круто.
Теперь будем еще ездить. Ого. Замануха. Замануха такая, что... Ловушка, имею в виду. Сделали ловушку мне. Чтобы я не проехал. Сейчас будем рекорды. Так, монетки, спасибо. Спасибо. Вот и еще у нас бензинчик. Берем, едем дальше. Ага, ой, я что-то не заметил этот выступ. Ладно. Приземляемся. Теперь аккуратно. Главное не разбиться здесь. Вот, сальдуху еще одну сделаем. Да, ну, это достаточно двойное сальто. Много тоже не нужно. Ох ты, новый рекорд побили. Круто. Я даже не думал об этом. О новом рекорде, просто ехал и ехал. Ой, главное не разбиться, пожалуйста. А мы разбились. Все. А все уже. Ах, жаль. Так, мы продолжаем. Нам очень много нужно, не знаю, выиграть, не выиграем, фиг знает. Скафандр, этот самый. Скафандр, мы одели, но надо шлем еще. Шлем заработать. Вот. Будем стараться пробовать. Ну блин, там так много. А что самое противное, так это время заканчивается этой сессии, этой гонки. Час остался всего лишь. Даже меньше, чем час, конечно. Но все равно. А вот эта карта хорошая. Вот очень такая хорошая карта. И она мне нравится. Здесь нужно много где проехать. О! И приехать к финишу. Круто. Так, едем дальше. Остается почти что 2 минуты. Ах, монетки не собрали, ну ладно. Так, что, куда идем? Назад? Ну давай назад, туда спустимся, посмотрим, что здесь есть. А здесь ничего нету. Практически все монетки собрали, но не все. Ну ё-моё, давай, ну немножко. Да ё-моё, не вписываюсь. Ладно. Делаем по-другому. А, бензин закончился. Не-не-не-не, я сейчас возьму бензинчик. Все, взяли бензинчик. Пока брали бензин, смотрите куда. Уехали. Так, осталось совсем чуть-чуть. До финиша мы доедем. Да. В принципе, несложно. Да, есть финиш. 600 монет. Так, за 50 секунд, я не знаю, справимся или нет. Доедем финиш. Ну, попробовать можно. Угу, давайте попробуем. Так, падаем вниз. Ускоряемся. Немножко там не собрали, но это не страшно. 20 секунд остается у нас. До конца. 13 секунд. Блин, не успеваем. 8, 7, 5, 4. Есть, успели. Фух, да. Хорошо. Сколько мы сейчас заработаем? Давай посмотрим. Ага. Блин, 5 только получили. 5 алмазов.